И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, поиграем довольно интересную игрушку под названием What the Box. Это игрушка, где нам предстоит, ребята, играть за коробку, чтобы убивать другие коробки среди других коробок. И это все в мультиплеере с другими игроками. В общем, довольно интересно. Кстати, игрушка еще выйдет скоро в Стиме, поэтому, думаю, игрушка будет довольно популярной, потому что она достаточно веселая. Так, здесь есть разные режимы, куда можно зайти, с кем можно поиграть, так как сервера можно создавать. Люди вроде как пока играют, поэтому можно устраивать всякое безумие здесь, скажем так. Текст, дедматч, первый режим у нас начинается, и вот я играю за эту коробку. У коробки у меня всего есть два вида оружия, это ножик, который меня палит, и пушка, которую не видно. Поэтому нам нужно стараться как-нибудь затаиться среди коробок, или же найти из других коробок другую коробку, которую нужно убить, так как здесь 4 игрока. То надо будет, конечно же, искать и уничтожать кого-то. Я уже слышу выстрелы, надо будет подбираться потихоньку и смотреть, что же здесь происходит. Я, по идее, могу просто вот так встать и ждать, когда мимо пройдет коробка, например, вот так вот, и начинать ее уничтожать. Блин, он сбежал. Так, ты, это ты? А, черт, я его потерял, фак. А, черт, да как так я? Блин, у меня были... А, на! На! Ножом его, е, первый фраг, отлично. Я гость на 17, оказывается. Блин, так... А, черт, он меня обманул, фак! Я думал, что эта коробка здесь стояла, черт! Блин, о-о-о-о! Блин, я кривой, капец, ну ладно, ничего, сейчас справимся. Куда ты бежишь, чертила? Не спрячешься от меня на этот раз. Че ты прыгаешь? Я вижу, что ты... Да какого черта он просто прыгает? Хватит прыгать, давай драться, ты че, не мужик, ты че, не коробка, что ли? Иди сюда, блин, я другой убивать начинает. Фак, мой фраг украли! Эй, кто-то из них вроде был той коробкой, которую я думал. Черт, я потерял из виду, кто из них настоящий. А! Предатель! Точнее, шпион, не знаю. Иди отсюда. На, на! Е-е-е, я его победил! У-ху-ху! Блин, офигительная игра, ребята. Скорее бы она вышла в Стиме, чтобы побольше было онлайн и побольше различных режимов добавили. Так. А, черт, так... Как я неудачно заспавнился и сразу же повернулся. Это меня тут же спалило на месте. Так, давайте что-то сделаем, типа... Конечно, это не очень логично выглядит на самом деле, но я попробую. Так, я слышу, что кто-то справа под... О, вижу цель. Нет, что-то как-то он сюда не идет, поэтому я буду его преследовать. Иди сюда, мое золото! На! Давай, давай! И я успел победить. Я не знаю, правда, здесь еще один кто-то спрятался вроде как. Так... Ножом его, или пистолетом. Ух, я победил. У-у-у. Жизни, правда, мало. Такс. Чё, где кто еще? Где-то тут ходил один засранец. И вот он. Ах, как патронов мало оружия, капец. Ай, фак, беги. Да ёб твою. Я хотел спрятаться, но я, кстати, на втором месте, довольно круто. Так. Надо быстрее куда-нибудь подобраться, кого-нибудь уничтожить. Блин, ножик нельзя доставать. Хочется с ножиком бегать, чтобы резко нападать. Но ножик палит тебя, поэтому это очень... не очень. Так. Здесь обычно замесы происходят, да? Давайте попробуем здесь постоять. Так, блин! А, фраг! Да, я тебя догоню! Чёртова коробка, иди сюда! Ей, я его убил! У-у-у-у-у. Так. Преследую. Блин! Ой, я убил его! У-у-у! Круто! Конкретный такой замесик у нас произошел на центре. Так, стану-ка я вот так, попробую отстрелять кого-нибудь. Стопудово сейчас кто-нибудь пробежит, я смогу по нему попалить. Блин, очень весело играется игра, я вам говорю. Если вам, кстати, эта игрушка понравится, ставьте лойсы. Конечно же, поиграю в нее еще. Возможно, там новые режимы попробую и тому подобное. Потому что игрушка реально забавная. Так, кстати, по-моему... Нет, мне показалось. Черт, ладно. Воу! Давай! Не скачи, гаденыш! Ох, 3 выстрела, значит, на убийство надо. Черт, от меня другой сбежал. Мне казалось, что он где-то здесь, потому что слышал, как он махает ножом. Но в итоге оказалось, что нет, не окажется. Такс. О!
Черт, все мимо. Да как я так могу мимо стрелять? О, все три пули всадил. Вот это идеально было сейчас. Не часто у меня такое получается. Блин, кто-то из них не он. Так, окей, давайте подождем. А, 9 секунд осталось. Я даже не заметил, как время пролетело, ребята. Так, ну чё? Больше никого, да? Ну, кто-нибудь, нападите на меня. Ну, ладно, я победил. Вроде как я гость 117. Там можно в чате написать команду, типа, слэш, ник и тому подобное. И после этого можно поменять все-таки себе ник, чтобы лучше себя находить в строке. Но я вроде 8 раз убил и 4 раза погиб, получается. Ну, довольно неплохо, на самом деле. Для начала, я думаю. Так, ну давайте еще один матч сыграем. Жалко, что карта пока та же самая вроде бы, или нет? Или другая карта? Не знаю, здесь все в коробках, поэтому трудно понять. Блин, будет прикольно, если появятся там разные коробки. Большие, маленькие, с разными видами оружия. Больше всякого стелса и тому подобное. В общем, довольно интересно. Нет, это другая карта. Круто! Так, ну всего нас здесь двое, поэтому если сейчас ничего не найдем, то пойду на другой сервер сбегаю. Да как так, я 3 раза в него попал? Какого черта ты не умер? Fuck you! Так, ладно. Блин, музычка забавная, не знаю, слышно ее или нет. А, блин, взяла, поменялась. Мне там нравилась музычка, она взяла, поменялась. Ну ладно, не о музыке здесь речь, а о том, какой я мясник. Ох ты, появились ребята! Различные враги у нас. Теперь станет повеселее все-таки. Так, здесь кто-то бегал. Блин, походу он уже убежал. Ну ладно, придется отсюда топать. Было бы, конечно, забавно, если бы это было как в этом... Гаррис Моде, Hide and Seek, или как он там назывался, не помню. Если, типа, бьешь не по той цели, которая должна быть, получаешь урон. Типа, если не угадал. Ну, прятки, короче говоря, были какие-то. Ух ты! Где этот... Это сранец! Он моего убил? Блин, он убил моего! Черт побери! Ой, я его за это убил все-таки. Самая крутая тактика, по-моему, прыгать, потому что здесь довольно трудно целиться, но, правда, и сам хрен прицелишься после этого. Черт, ему он... он сзади был! Черт, я опять перепутал коробки. Блин, как это безумно. Конечно, круто, когда прыгаешь, что, типа, в тебя труднее попасть, но в то же время, блин, саму хрен попадешь, да еще и спрятаться не получится после этого. Так, давайте с ножиком нападем на кого-нибудь. Я буду прямо таким дерзким, знаете, сразу нападу. Блин, я не видел куда... Фак, какого хрена ты прыгаешь? Я хочу выждать, блин. Да что вообще игра не идет в этот раз? Все, умираю, умираю, ё-моё. Ничего, ничего, сейчас я попытаюсь наверстать. Просто карта, блин, не знаю, как-то с этой картой у меня не так идет, как с той. Так, ну ладно, надо просто встать в нужном месте! Блин, один раз попадет и мне капец. А! Я даже концентрироваться пытаюсь уже. Кстати, отличное место, чтобы спрятаться. О, я убил! Блин, ну ё-моё, меня тоже убили. Ну ладно, я хотя бы его смог убрать. У-ху. Кстати, стреляем мы из степлера, по-моему, если посмотреть наверху, то вроде там степлер нарисован. Это канцелярский нож, получается, а тут у нас степлер. Так. Ух, с реверикса я этого снова убил. Это Пене, Рене, Фене, не знаю, как-то так, короче. Так, его тоже убили. Но здесь еще одна карабинь какая-то. Кто-то меня преследовал. Или нет? На меня забили, походу. Ну ладно. О, кстати, тут регениться можно, оказывается. А вот это я не знал. Кто, как? А, мне сзади и спереди в итоге пулю дали, и я из этого погиб. Да черт бы вас подрал. Так. Можно, конечно, здесь спрятаться, вроде бы. Хотя нет, не здесь замес вроде происходит. Или здесь. Я запутался, тут мини-карту нужно все-таки какая-нибудь, радар, я считаю. Хотя, наверное, странно было бы в этой игре иметь радар. Все-таки лучше, наверное, карту будет запомнить. Ну ладно.
Посмотрим, что еще там разработчики в итоге допилят. Да блин, что ты не запрыгиваешь? Я тут палюсь, как не знаю кто. Вот сюда. О. Так, где-то там справа дерутся ребята. Можно... Блин, ладно, я лучше пойду, то сейчас я даже третье место не получу. Где война? Где война? Здесь обычно вся битва происходит, и никого нету. Что за фигня? Блин, по мне попали первее, чем я по нему. Да фак! А, третье место в итоге, мне кажется, будет, если я сейчас, конечно, еще не наумираю. Ух ты, отлично, как он. Не ожидал, что я здесь заспавнюсь. Так, кстати, частенько враги вот как-то так здесь проходят, вроде бы. Но там где-то слева замес. Но время уже подходит к концу, поэтому... Все, таймер! Закончился. Так. Тут, кстати, забавная песенка играет. Правда, ее, наверное, не слышно будет особо. Ну ладно, выход. Я уже сыграл два матча. Вот, кстати, слышно, наверное. В общем, ладно. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Если понравилось, ставьте лайки. Обязательно поиграю еще. Поснимаю еще. Посмотрю, что же будет, когда игрушка выйдет полностью, если вам этого захочется. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел, что смотрели. И не забудьте также подписаться. Я всегда рад новым подписчикам. На этом все. Всем удачи, всем хорошего настроения. Пока.